Если люди расстаются, это не значит, что кто-то из них какой-то плохой и друг друга бросил, что информация о том, что ой, Снежана зазвездилась и бросила своего парня, она будет всегда. Я очень дружила со Славой. Подруги. Да, подруги. Нет, так не надо, не надо. Я не буду говорить за личную жизнь. Я был настолько уверен в них, что даже когда это происходило вот передо мной вот так вот со Славой, я смотрел и думал, ну, то есть я не замечал этого, а тут я раз и вау. Да, мы вместе. Что? Да, мы счастливы. Пусть каждый выдумывает дальше. Но главное, чтобы он счастлив. Почувствуй нашу любовь. Мачо, им хорошо вместе. Главное, Слава начала одеваться лучше.